меня богема — это Пуччини. Это в первую очередь это буря эмоций, переживаний, страстей. И все это выражено в музыкальном материале любой из его опер. Очень много в музыке Пуччини. Но самое главное, наверное, то, что все в его музыке подчинено голосу, человеческому голосу. И голос, если так можно выразиться, это поющая душа его музыки. Богема — это буйство красок, ярких эмоций, красивых контрастов. Несмотря на преобладание серых тонов в опере, она довольно яркая, светлая, в ней присутствует любовь, смех, ревность, юмор. Все истории обычно в операх, они про любовь, естественно. Поэтому это вот, что мне нравится в нашем спектакле, это, во-первых, он писался для молодых исполнителей, да, и это вот свежесть чувств, каких-то свежесть эмоций, которые должны исполняться молодыми людьми. Вот мне нравится, что у нас в опере весь состав молодой и какой-то такой задорный, и они по-настоящему влюблены в эту музыку, они по-настоящему проживают ее на всех репетициях. История четырех молодых людей, четырех творческих молодых людей, которые, оказываясь в разных жизненных ситуациях, все равно, несмотря ни на что, сохраняют какой-то позитивный настрой, живут полной жизнью, смеются, плачут, влюбляются, находят любовь и теряют любовь, да, и ссорятся, мирятся. И опять-таки, несмотря на все тяжелые, скажем так, обстоятельства, какие-то жизненные трудности, будем это так называть, все равно сохраняют какой-то позитивный свой настрой, с оптимизмом смотрят в будущее. И в этом отношении опера, конечно, мне очень импонирует. Конечно, она бы изменилась бы, наверное, за последние 100 лет. О том, о чем писал Пуччини, это уже прошло. Сейчас она, конечно, трансформировалась. Сейчас она совсем другая, это богема. В разных городах, в разных странах и в разных национальностях она, наверное, разная. Но она все равно, наверное, существует. Мой персонаж, да и все остальные персонажи тоже, они как раз очень, очень близки мне по духу и очень понятны. Я думаю, что эта опера понравится абсолютно любому зрителю, как молодежи, так и людям старшего поколения. Любовь, страсть, эмоции, переживания, заключенные в невероятно красивой музыке Пуччини.